Так, ну что, друзья, начинаем. Давайте я представлюсь. Меня зовут Саша Беляева, руководитель HR-проекта компании «Вера». Также сегодня здесь присутствует моя коллега, руководитель направления подбора Мечкова Анна. Сегодня мы вам расскажем с удовольствием, и, наверное, вы отчасти нам расскажете, как же попасть в компанию мечты, если у вас нет опыта. Смотрите, друзья, мы за активность. Если у вас есть какие-то вопросы, я прошу писать их в чат, либо включать микрофон и задавать их непосредственно, когда у нас будет вопросная сессия, да, после нашей основной презентации. То есть либо пишите в чат в режиме реального времени, либо задаете вопросы с помощью микрофона позже. С чего? Начнем, наверное, с того, о чем вообще наша компания. Да? Компания «Вера», официальные дилеры Toyota, Lexus, Porsche. Кроме того, в компании представлены и другие направления, кроме продажи автомобилей. Это сервисные услуги, это продажа автомобилей с пробегом, это пилотное направление «Вера Детейлинг». По географии у нас компания пермская, то есть мы находимся в Перми. У нас локация на Героя Красана и есть Toyota-центр Прикамья, наш сайт-космонавт. Думаю, что многие из вас бывали, соответственно, да, в наших автоцентрах как клиенты, либо кто-то приходил к нам на практику, тоже такое может быть. Ну, в любом случае слышали, видели и надеюсь, да, и это здорово. По поводу того, почему именно выбрана была нами эта тема, во-первых, я попросила нашего замечательного организатора, да, спросить у ребят, а что вообще вам интересно, потому что ну, Вера довольно часто участвует в карьерных ярмарках, карьерных выставках, и нам было важно донести ту информацию, которая будет сейчас первостепенно и интересно для вас, да, то есть мы не хотели уделять большое количество времени на рассказ о компании, потому что надеюсь, что все про компанию «Вера» знают, учитывая, что мы очень плотно сотрудничаем с Высшей школой экономики по определенным причинам и личностным, да, кто меня знает, я закончила Высшую школу экономики в 2017 году бакалавриат менеджмента управления человеческими ресурсами, в 2019 магистратуру государственного муниципального управления в Ленинграде. Думаю, что на этом мы закончим, да, представляться и говорить о том, о чем мы будем говорить, и перейдем непосредственно к сути. Так, перейдем к сути. Как перейти к сути? Да, о чем будем говорить сегодня? Во-первых, поговорим о том, как же вам успешно пройти собеседование, если в вашем резюме нет больших и таких внушительных листов о вашем опыте. То есть если ваше резюме складывается исключительно из ваших личностных характеристик и там, контактных данных, да, как же его пройти успешно? Что, о чем говорить, возможно, не нужно, и на чем сделать акцент? Дальше поговорим о ваших конкурентных преимуществах как молодых специалистов, об основных, ну, то есть о тех акцентах, которые вы обязательно должны демонстрировать в тот момент, когда пытаетесь попасть в компанию мечты. Поговорим о реальной ситуации на рынке труда в том контексте, да, вот мы с Анной буквально перед семинаром разговаривали, как мы вместе понимаем эту формулировку «реальная ситуация на рынке труда». Так вот здесь мы имеем в виду, что какие навыки сейчас максимально ценны на рынке труда и за какие навыки работодатель ваш, потенциальный будущий, будет прям вот бороться за вас, как за кандидата. Кандидат будущего, да, то есть что будет ждать работодатель там в трекере 5-10 лет вперед от вас, самые востребованные софты, да, и поговорим не только про софты, поговорим еще про мет-навыки, о которых сейчас прям очень активно идет обсуждение. Буквально вот вчера у нас стартовал Всероссийский форум на тему обучения и развития персонала. И вот о метанавыках прям вот, ну, очень большое внимание им уделялось. Поэтому расскажу вам, скажем так, по горячим следам. Ну и вопрос-ответная сессия. Когда мы с вами будем говорить о самых последовательных софтах, то мы с вами немножечко поиграем. Надеюсь, нам удастся это сделать в режиме онлайн. Скажу честно, не люблю онлайн, потому что мне приятнее коммуницировать с аудиторией лично. Вот, если есть
тут такие, можете поставить плюсик в чат, поставьте, пожалуйста, хоть один плюсик, вот, будет мне очень приятно, вы меня слышите и слушаете. Собеседование начнем. Анна. Да, всем привет, еще раз напомню, меня зовут Анна, я являюсь специалистом, руководителем подбора компании Вера, подбора сотрудников, да, и адаптация. Ну, поговорим, да, о собеседовании. На самом деле собеседование для каждого, да, включая человека, который ни разу, да, еще не приступал, да, к собеседованию, ни разу не входил, для него это очень волнительно, это вызывает стресс. Поэтому здесь на самом деле очень важно для себя такую вот установку сделать. Да? Представьте, что вы думаете о собеседовании, идете на собеседование, да, и думаете о том, что вы знакомитесь с новым человеком. С новым человеком, с бизнес-партнером, да, это нужно как бы представить эту ситуацию и, соответственно, расслабиться, да, то есть что очень важно, перед собеседованием, пожалуйста, да, подготовь, то есть нужно узнать, прочитать все о компании, какие ценности руководит, да, кто руководит компанией, ценности, миссии компании, чем вообще занимается, да, полностью ознакомиться с компанией, это будет большим преимуществом, значит, вы уже заинтересованы. Соответственно, также нужно ознакомиться с желаемой должностью, на которую вы претендуете. То есть правильно подойти к этому, изучить все требования, все задачи, да, которые требуются к данной должности, и уже, соответственно, понимать, да, то есть куда вы идете. Это можно очень, я буду да. вклиниваться, как да, у нас просто такая традиция с Анной, Анна рассказывает, а я вклиниваюсь, это нормальная история, я надеюсь. Смотрите, друзья, это действительно очень важно, когда вы приходите на собеседование, вам необходимо понимать, куда вы пришли. Это прям звучит максимально просто, я согласна, я уверена, что у многих из вас будет мысль, ну, зачем вы нам это рассказываете, мы и так все знаем. Но в самый ответственный момент кандидаты, да, а вы будущие кандидаты к потенциальным работодателям, забывают о том, что компанию-то нужно изучить перед тем, как туда идти. Нужно почитать не только на официальном сайте, да, какие-то данные, сколько человек там работает, когда основывалась компания. Это в практической применимости не столь важно, да. Почитайте статьи, да, в СМИ, почитайте, допустим, какие-то истории о том, на какие конференции недавно ездил генеральный директор. То есть вот будьте в контексте, это очень важно, да, когда также, вы приходите на собеседование. Да, эту информацию сейчас можно получить в любых соцсетях, очень ее на самом деле много, да, крупные компании, они действительно распространяют всю эту информацию в социальных сетях, и поэтому было бы очень классно, если бы вы следили, да, за социальными сетями компании, в которую вы хотите попасть, вот. Далее, да, то есть вы ознакомились с компанией, вы ознакомились с желаемой должностью, да, требования, соответственно, какие задачи, да, предстоят, это очень важно. Второй момент, еще раз пересмотрите свое резюме, то есть нужно четко понимать, да, потому что будут возникать вопросы касаемо резюме, если вы используете какую-то сокращенную терминологию и так далее, да, имейте в виду, что могут спросить и, соответственно, да, нужно будет прокомментировать каждое слово, которое у вас указано в резюме. Далее, если вы не имеете еще никакого опыта, да, но в любом случае вы там закончили, ну, либо учитесь, да, еще в институте, очень важно вспомнить, да, ну, если вы закончили, вспомнить тему диплома. Это прямо вот не вспомнить, а рассказать, потому что обычно бывает так, что когда человек, да, то есть потенциальный кандидат не имеет вообще никакого опыта, его спрашивают, какая тема диплома у вас, да, была. То есть это очень важно, да, сообщить, ну, рассказать про свою тему диплома. Далее, можно, да. Можно еще здесь, да, отметить, конечно. Друзья, мы рассказываем, то есть ключевой момент не пересказать тему слово-слово, потому что мы прекрасно понимаем, что там может быть довольно сложный академический язык, который рекрутеру, который первоначально будет проводить с вами собеседование, ничего не будет давать. Расскажите о практической наполняемости вашей работы. Ну, то есть, да, что дальше вы сделали? Работодатель ценит действия. Про статусы мы поговорим позже, но когда мы говорим о дипломе, расскажите о действиях, потому что абсолютно в любой выпускной квалификационной работе Высшей школы экономики есть практическая часть, и эта практическая часть очень ценностная. Работодателю расскажите об этом.
Да, то есть смотрите, также нужно иметь в виду, что ваше резюме, да, это такая визитная карточка, поэтому ну, такая ремарочка, да, перед тем, как вы планируете, да, там, прийти на собеседование, что еще раз посмотрите свое резюме, да, и ознакомьтесь, потому что действительно буду спрашивать полностью по всему содержанию. Далее, соответственно, внешний вид, это тоже очень важно, да, это как раз мы говорим про подготовку, внешний вид должен соответствовать должности. То есть, если вы претендуете там, на менеджера по продажам, да, безусловно, деловой стиль одежды, да, то есть обувь, опрятный внешний вид, это очень действительно важно, и это очень тоже ценится. Значит, ну, рекрутер, да, то есть специалист HR сразу, да, поду, у него отложится, так скажем, плюсик, да, в ваше портфолио о том, что вы прочитали о компании, вы понимаете, какие там стандарты, да, и это очень положительно. Да, внешний вид должен соответствовать желаемой должности. Но это мы как раз проговорили про подготовку. Ну и самое такое важное, это, конечно, ваш настрой, да, то есть еще раз говорю, нет хороших и плохих, да, кандидатов, также работодатель, есть те, кто подходит, а есть те, кто не подходит. Поэтому здесь важно очень, ну, важно и нужно понимать о том, что вы, то есть идете на собеседование только, да, что работодатель будет вас оценивать, но и вы также должны для себя понимать, что и вы будете оценивать, да, работодателя, и насколько вы подойдете, или насколько работодатель подойдет вам. Вот, это очень важно. Ну, и начнем тогда с содержания. Основные вопросы, да, которые спрашивают специалист HR, да, либо рекрутер, первое, конечно, это расскажите о себе. Да, это такая самопрезентация, тем более она очень актуальна, когда, да, нет опыта, то есть, да, рассказать о себе. Что вы должны рассказать о себе? Конечно, это о вашем образовании, да, то есть образование, включая там диплом, какие-то научные работы, может быть, учебные проекты различные, волонтерство, практики, стажировки, да, это очень важно, не имея опыта, это можно, да, рассказать, вот, о себе. Не обязательно там говорить замужем, там не замужем, дети и так далее, это как бы не суть. Здесь вы говорите как раз уже о том, что будет полезно, да, работодателю, исходя также еще раз, да, ремарку сделал, исходя из должности. То есть если вы там претендуете там на менеджера, либо на экономиста, соответственно, все ваши там практики, там стажировки, либо какие-то учебные проекты, волонтерство, или, возможно, какая-то подработка у вас, да, была как раз лучше, ну, чтобы она совпадала именно с той позицией, с менеджером, либо там с финансовым экономистом. Так, чтобы давайте было в одном специализации. Мини-экскурс. Когда вы приходите на собеседование, вы продаете себя работодателю. Ключевой момент успеха любой продажи. Вы должны продавать то, что хочет получить покупатель. Соответственно, вы должны делать акцент. Я не говорю о том, что нужно обманывать на собеседовании. Это, кстати, сейчас Анна проговорит обязательно. Обманывать работодателя не нужно, потому что это все потом вскроется и будет, да, неприятная какая-то история. Вы должны делать акценты на том, где, как бы, да, собираются потребности работодателя. То есть работодатель, публикуя определенную вакансию, да, начав поиск конкретного человека, да, конкретного специалиста, менеджера, руководителя, неважно, он имеет определенную потребность. Да. Эта потребность, она профессиональная, либо личностная в каких-то моментах, да, потребность. Ну, то есть ищет определенного человека с определенными софтами, мы это позже поговорим. И вы, исходя из вакансии, должны понять, а какая потребность работодателя, то есть что, какую задачу бизнес будет решать путем закрытия этой вакансии, на что вы должны сделать акцент, как раз уже в самопрезентации, да, о чем Анна проговорила. Это тоже важная вещь, то есть рекрутер, он смотрит, на каких моментах вы делаете акценты. То есть если вы, там, допустим, углубляетесь в академическую историю, он понимает, да, что у вас очень сильно теоретическая база, да, для каких-то позиций это очень важно. А если вы начинаете рассказывать, да, и делиться какими-то практическими кейсами жизни, это уже, ну, другая история. Вы должны делать акценты на том, на чем хочет видеть их работодатель, да, понимаете, о чем я говорю, при этом не обманывать. Это искусство, кстати говоря. Да, также очень еще важно, да, то есть отразить, ну, многие, да, рекрутеры, а также специалисты, да, по подбору спрашивают, а в чем ваша уникальность, да,
в чем ваша уникальность, что, вот, скажем, можете дать нашей компании. Это тоже, да, нужно к этому подготовиться. Вы можете вспомнить, ну, например, да, там, за что вас ценят друзья, за что вас ценят там, коллеги, за что вас ценят преподаватели, да, и, соответственно, отразить вот в таком формате. Вот. Что касается также саморазвития, это тоже очень важно, то есть и включая свободное время, то есть ваших хобби, да, это тоже можно рассказать, чем вы увлекаетесь, какие у вас хобби, увлечения, это очень тоже положительно сказывается. Зависит от хобби. Да. Также демонстрируйте свою, самое главное, мотивацию, мотивацию достижения, ориентацию на успех, да, то есть демонстрируйте, что вы хотите, да, там, деньги, хотите там развития, роста, это очень важно, прямо демонстрировать свою вот эту мотивацию достижения на успех. Да, также проявляйте лояльность компании, это также из серии, что вы должны ознакомиться, да, с компанией, то есть какие у нее ценности, миссии и так далее, это очень важно. И если вы действительно хотите попасть в эту компанию, вы должны показать, насколько вы лояльны компании, да, что вам также откликаются те ценности, та миссия компании, что да, они схожи, это тоже очень важно. Положительно отзывайтесь также, допустим, если вы работали, да, имели какой-то там опыт официальный, неофициальный, о своих там прошлых, да, работодателей. Это тоже очень важно, не нужно их критиковать, говорить, что там начальник там, дурак и так далее, да, это, ну, не есть хорошо, нужно проявлять уважение. Также говорить о готовности учиться и развиваться, это на самом деле очень важно, тем более в нашем, так скажем, да, мире, Александра меня сейчас поддержит, готовность учиться, развиваться, амбициозно, да, показывайте это, что хотите роста, развития и так далее, да, ну, если вы готовы, конечно, если вы готовы учиться, развиваться. Ключевой момент. Смотрите, Анна проговорила, кстати говоря, про мотивацию. Тоже очень интересный момент. Я просто очень хорошо помню, как мне после окончания университета первоначально на первом, наверное, собеседовании мне было как-то не по себе говорить о материальной мотивации. То есть мне казалось, что об этом говорить не нужно, что там, ну, у меня нет опыта, как же я могу себя оценивать и так далее. Это нормально. То есть говорить о материальной мотивации на собеседовании – это нормально. Но это материальная мотивация, которую вы, да, запрашиваете, допустим, цифры, которые вы ставите в резюме, они должны быть, мне не нравится слово «адекватными», но оно наиболее подходящее здесь, да, то есть вы должны провести какой-то небольшой скрин, да, по тем вакансиям, которые вас интересуют. Вы должны понимать, сколько, да, в конкретной, ну, в конкретной там, географической точке, да, условно, в городе Перми, получает заработную плату, какую заработную плату получает специалист вот этого уровня, mm-hmm. вот в этой отрасли и так далее. То есть у вас должно быть понимание, а какие вообще, на какую заработную плату я могу претендовать. Да, то есть сделать анализ рынка по заработным платам, исходя из той должности, которую вы для себя рассматриваете. И, да, исходя, и выбрать, ключевой момент, исходя из географии тоже, ну, потому что заработная плата в Перми и заработная плата, условно, в Москве – это две разные заработные платы, и мы все это прекрасно понимаем, да? Вот, соответственно, и при этом, если вы понимаете, что вы хотите поставить в резюме цифру, которая выше рынка, у вас должны быть аргументы для этого, определенные аргументы, и вы на них тоже обязательно сделаете акцент во время собеседования. Да, и также, да, поговорим еще о невербальном поведении обязательно. Поза должна быть открытой на собеседовании, да, то есть максимально доброжелательный зрительный контакт, улыбка, уверенное положение тела, да, то есть никаких там закрытых поз, руки в замок и так далее, такого не должно быть, не сутулиться, сильно тоже не эмоционировать, не жестикулировать вот таким вот образом, да, рассказывать, тоже вызывает сомнения. Голос ровный, спокойный, да, все прекрасно понимаю, может быть, там, ну, это стресс в любом случае, да, это стресс, какие-то эмоциональные всплески, можно просто там еще раз, да, в голове у себя прокрутить, да, такую установочку сделать о том, что не только, да, работодатель вас оценивает, но и вы также, да, для себя должны понять и
как-то, скажем, прочувствовать, то есть вы тоже выбираете, да, вы тоже выбираете работодателя, вот, и насколько, да, он тоже вам подходит. Вот, что касается вербального поведения, да, Александра уже говорила, нужно говорить правду, потому что неправда, она все равно потом выяснится, да, то есть правда должна быть, что в вашем резюме, что, соответственно, в ваших словах, да, на собеседовании. Опирайтесь только на факты, да, безусловно, на цифры, это тоже очень важно. Важно говорить, если какие-то проекты, да, там учебные проекты, либо, да, неофициальная, там, подработка, либо когда какая-либо работа, вот, оперируйте всегда на факты, на то, что кто-либо может там это подтвердить, потому что бывает так, что запрашивают рекомендацию, да, там, либо бывшего там работодателя, либо там коллег бывших и так далее, поэтому оперируйте всегда на факты и цифры в любом случае. Используйте глаголы действия, да, это очень важно, сделал, да, как Александр тоже разработал, внедрил, да, создал и так далее, да, вот это очень тоже важно, важно использовать именно в своей речи глаголы действия, вот, избегайте слов паразитов, особенно там чё, как бы, да, вот эти вот, ну, этого не нужно, вот. Ну и, соответственно, термины, если, да, как я уже тоже ранее сказала, в резюме у вас есть определенные термины, будут спрашивать, да, что это обозначает, как вы это понимаете, да, это тоже нужно будет рассказать, если они у вас указаны в резюме. Вот, ну и обязательно, конечно, после того, как закончилось резюме, да, рекрутер либо специалист по подбору задал все необходимые вопросы, он будет ждать вопросы от вас. И очень замечательно, если от вас будут 2-3 вопроса, любые вопросы, да, это может быть про коллектив, это может быть, да, там, какие у вас там корпоративные, ну, допустим, да, там мероприятия проходят, вопросы могут быть любые, это означает, что вы заинтересованы, да, в желаемой должности, и это тоже будет плюс. Да, то есть 2-3 вопроса будет достаточно. Вот вопросы, которые вы будете задавать, их тоже будет оценивать, между прочим, рекрутер, поэтому имейте в виду, да, вот Аня просто сказала, любые вопросы, любые. Да, в принципе любые, любые. В принципе любые, но я, допустим, когда руководитель, я сделаю вывод о том, какие вопросы мне задают, то есть на чем делает акцент, что интересно, да, что привлекает, на чем фокус вашего внимания. Это по поводу собеседования, да, то есть подготовки, резюме, абсолютно уверена в том, что у вас было уже большое количество мастер-классов по поводу того, как составить резюме. Если не было, то есть, да, если у вас есть запрос по поводу того, а как же составить такое резюме, чтобы меня там точно взяли, условно, без опыта вообще, мы об этом скажем обязательно в конце и скажем, что сделать, если у вас есть такой запрос. Мы переходим далее, да, где, вот сюда, вот, супер. Почему, да, бонусы, да, молодых специалистов, почему мы классные, да? Я, скажем так, патриот своего вуза, патриот высшей школы экономики, фанат, промоутер и все остальное, амбассадор, поэтому я считаю, что высшая школа экономики – это огромный плюс. То есть это огромный плюс не просто на словах, но и на практике. Сообщество выпускников, да, когда мы встречаемся, когда мы общаемся друг с другом и потом, допустим, да, общаемся с... Заходите обратно. Так, возвращаемся обратно, да? Хорошо. Куда? А, да, войти еще. Так, давайте, все ли у нас окей и на чем мы остановились, да? Давайте вот с этого слайда начнем. Все ли хорошо? Кто-нибудь включите микрофон, ответьте мне. Да, все отлично. Супер, спасибо. Да, то есть высшая школа экономики – это бренд, поэтому не стесняйтесь об этом говорить, потому что никто не стесняется, в принципе, зачем я это сказала. Говорите об этом с гордостью, делайте на этом акцент.
ваш диплом – это действительно диплом очень высокого, ну, очень высокая ценность вашего диплома, поэтому, ну, то есть практики наши, да, которые занимаются рекрутингом, не дадут соврать, если в резюме написано «высшая школа экономики», она уже делает себе отметку. Ага, значит, это круто. Вот. По поводу того, какими можно оперировать вещами, когда у вас нет опыта, да, но вы при этом хотите попасть в крупную компанию. Рассказывайте о ваших стажировках и практиках, потому что ваши стажировки и ваши практики – это тоже практический опыт. Да. То есть работодатель, который видит, что у вас во время стажировки были достигнуты определенные результаты, то есть вы проделали какую-то работу, вы выполнили какой-то анализ, вы достигли каких-то результатов, а если вы, там, не знаю, вдруг вы даже внедрили что-то в компанию во время... Научные статьи, может быть. Да, конечно, конечно, потому что любая научная статья имеет практическую нагрузку, она поэтому имеет практическую нагрузку, чтобы студенты, которые не работали, имели возможность потом демонстрировать, что вот на практике я сделал вот это, и посмотрите, каким результатом меня это привело. Работодатель такой: ты молодец, это круто, и неважно, что ты не работал и не получал за это условно, да, там, захват какой-то. Чтение профильной литературы. И не только профильной, а вообще, в принципе, друзья, чтение. Классическая литература, художественная литература развивает. Ну, во-первых, мало того, что это развивает, это во-первых, а во-вторых, скажем честно, что сейчас в эпоху дистанции... Что-то как-то все выбивает и выбивает нас. Можем обратно вернуться, да? Потому что у меня там команда ждет ответы на вопросы. Так. Просто странно сделали. Почему-то опять в общий зал возвращает. Извиняемся, можете обратно заходить в зал. Да, спасибо. На чем остановились, да? Чтение профильной литературы. Во-первых, это в любом случае, как минимум, да, расширяет ваш кругозор, но самый главный наш аргумент, да, о чем мы сегодня разговариваем, это то, что цепляет работодателя. Это то, что вас продает обязательно компании как кандидата. В этом нет сомнений. А по поводу чтения классической литературы, честно говоря, на мой взгляд, вот с каждым годом мы все быстрее и быстрее бежим, быстрее и быстрее развиваемся в профессиональной отрасли. То есть у меня, допустим, там в режиме чтения, там 2-3, я, кстати, ну, одновременно буду читать несколько книг, 2-3 книги, которые научно-популярная какая-то история, и одну обязательно, да, я включаю художественную, потому что если мы все погрязнем, да, в какой-то профессиональной истории, то в другую сторону, да, в сторону, возможно, развития каких-то коммуникативных навыков, да, развития вашего словарного запаса, это очень важно, потому что сейчас научпоп выдает, ну, то есть тренд выдавать информацию без воды, да, а как же развивать словарный запас, если там нет формы воды, да, о которой мы говорим. Это по поводу чтения литературы. Дальше, ваши личные достижения. Ну, то есть, условно, ваши спортивные достижения, ваши достижения, какие-то другие, не знаю, проектные. Проект может быть не только с профессиональной, да, какой-то историей связан, а с вашей личной историей, не знаю, там, ваша история успеха, когда вы решили, там, условно, заняться своим телом и пойти в спортзал. Вот до, вот после. Без фотографий, естественно, но если там есть какие-то крутые результаты, расскажите об этом, это здорово. Это говорит о том, что вы целеустремленный человек. Там, допустим, вот Анна говорила. Да, даже хобби. Да, про хобби. Это тоже как бы достижение, да, возможно, там рисование, хореографию, там
да, какие-то другие хобби, да, вот там. Просто об этом обычно не говорят, а это демонстрирует очень необходимые и очень важные для работодателя софты, о которых мы, кстати, вот говоря, поговорим буквально на следующем слайде. Волонтерство, друзья, волонтерство, помощь ваша каким-либо организациям, которые в ней нуждаются, да, ваше сотрудничество, допустим, с приютами для животных, ваша помощь, возможно, детским приютам, да, это очень, если это сделано искренне, это, во-первых, очень круто, я вам жму руку через экран, а во-вторых, это то, что говорит о вашей личности, да, это то, что говорит о вашем отношении к миру и к жизни, и это в любом случае характеризует вас очень положительно. Поэтому не стесняйтесь об этом говорить. Я понимаю, что очень многие волонтеры, которые занимаются благотворительностью, да, на какой-то постоянной основе, они об этом не говорят, но уделите этому все-таки внимание, потому что это здорово, и работодатель это ценит точно. Ну и софты, да, сейчас вам, кстати говоря, очень повезло, потому что условно 5 лет назад, там 5-10 лет и так далее назад, весь, то есть основная формула у работодателя выбора сотрудника, она все-таки завязывалась на хардах, то есть на ваших профессиональных качествах, которые вы можете получить, условно, только на предыдущем месте работы. И вот эти там картинки гуляли в группах HR, что меня не берут без опыта, а как мне получить опыт, если меня не берут без опыта, и это замкнутый круг. Там 5-4 года назад это была ситуация очень стандартная, и все от этого очень сильно страдали. Сейчас, еще раз, вам очень повезло, потому что ситуация поменялась кардинально. Если раньше вот эта наша матрешка навыков, она строилась на хардах, и уже на нее наращивались, да, какие-то софты и так далее, то сейчас в центре находятся мета-навыки. Да, то есть это глубинные ваши какие-то истории, личностные, именно личностные, а не профессиональные, на которые потом, да, наращиваются софты, в чем разница, расскажу чуть позже, и только потом харды. Вы понимаете, что это, ну, как бы полностью перевернулась вообще наша история, объясняю почему. Потому что сейчас в режиме, когда образование по каким-то узким направлениям, да, какие-то краткосрочные курсы для специальной отдельной задачи, это доступная история, то, ну, то есть условно работодатель понимает, что ему намного, прошу прощения, намного выгоднее взять человека, который умеет учиться, чем человека, который отучился на раз, два, трех каких-то там, да, повышения квалификации. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть ваша обучаемость, ваш навык, умение учиться намного важнее для работодателя сегодня, чем, там, не знаю, те программы, которые вы проходили. Понятное дело, что теоретическую базу никто не отменял, да, не нужно трактовать мои слова, как будто, ах, зачем нам тогда высшее образование, пойдем кому на Skillbox. Возьмем, например, экономист, да, для них как бы очень важно иметь теоретическую базу. Да, то есть еще раз, теоретическую базу никто не отменял, но ваше умение учиться намного важнее, чем профессиональные качества, которые вы продемонстрировали, да, тому предыдущему работодателю, допустим. Поэтому переходим к тем все-таки, что происходит. А, вот. Вы знаете, у нас возникло большое количество технических проблем, поэтому я сейчас, честно говоря, очень боюсь задействовать чат для того, чтобы провести наш мастер-класс. Вы можете просто микрофон повключать, чтобы мы не просто с камерой разговаривали, а с реальными людьми. Друзья, как вы считаете, какие софты самые важные сейчас для работодателя? То есть что важно? Прям вот включайте по очереди, будет круто. Главное, чтобы не сверчки сейчас были. Никто ничего не говорит. Друзья, вы здесь? Как нам понять, здесь вы или нет? Вот. Может быть, кто-то отошел? Друзья, не стесняйтесь, пожалуйста. Включите микрофон, поговорите с нами, чтобы говорили не только мы, но и вы. Это же здорово. Это же отлично. Ладно, окей, не будем вас мучить, да, все, двигаемся дальше, тогда, возможно, кто-то
кто-то стесняется, кто-то отошел, а кто-то еще. Ну, в общем, в любом случае у вас будет запись, вы можете посмотреть. Но... смотрите, да, проговорила про метанавыки. Давайте расскажу, чем они отличаются от софтов. Да? Soft skills, они, ну, вы понимаете, да, они не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками, и социальными навыками, а также вашими, да, организаторскими способностями. Единой классификации какой-то не существует, то есть, ну, нет такого, что, например, soft skills – это вот это, вот это, вот это, и это четкий список структурированный, который не меняется. Это все, что относится к вашей личности. Метанавыки – это ваши навыки глубинные, да, то есть если софты можно каким-то образом наработать с помощью, да, определенных инструментов, о которых мы расскажем чуть позже, то метанавыки – это ваша какая-то врожденная история, да, сверхнавыки, как еще называют. Развить их, в принципе, тоже можно, но намного сложнее, чем софты, о которых мы привыкли говорить. Допустим, метанавыки – это глубинные ваши компетенции, они смыслоспособные, смыслообразующие, направлены на преодоление каких-то, да, уникальных психологических трудностей, с которыми сталкивается современный человек, и они позволяют комплексно совершенствовать софты и харды. То есть, допустим, ваша осознанность, да, ваша способность к планированию, то есть не просто я умею планировать, а насколько вы способны к этому, да, насколько у вас есть предрасположенность к этому. Ну, это вот на, как раз-таки, да, умею планировать, это мета, навыки тайм-менеджмента, это софт, понимаете, да, как строится цепочка и так далее, и так далее, и так далее. Эффективное управление собой, да, балансом, то есть умеете ли вы соблюдать work-life balance, о котором мы так часто сейчас говорим, ваша быстрая адаптация, да, ваше отношение к жизни, то есть каким образом оно складывается, это тоже можно включить в понятие, да, восприятие, точно, спасибо большое за помощь. Вот эти вот глубинные вещи, они сейчас для работодателя намного важнее, чем там, условно, умение решать профессиональный тест. Хотя не то чтобы важнее, они будут решающим, да, аргументом при выборе, допустим, из двух кандидатов, которые тест решили одинаково. Понимаете, да? То есть, допустим, есть какое-то входное тестирование на вашу профессиональную историю, допустим, вы идете там на экономиста или там еще на какую-то другую профессию, вы пишете теоретический тест и проходите собеседование. Так вот, если тест написан одинаково, то работодатель будет оценивать именно вот по вашей внутренней предрасположенности к той или иной должности. Понятное дело, что все зависит от уровня профессионализма рекрутера, но давайте представим, что все он такие же профессионалы, как вот у нас Анна Мучкова. Вот. На самом деле, очень интересные вещи. Вот Анна любит новые инструменты в своей профессиональной деятельности, и я очень часто участвую в ее экспериментах, в ее тестированиях. Очень здорово. Ну, здорово, когда все развиваются профессионально, и HR, естественно, в том числе. Это прекрасно. Что сейчас, какие аргументы вы можете использовать, когда говорите о том, что именно вы тот кандидат, который должен подходить к компании мечты? Да, сейчас ценятся навыки управления проектами. Да, я думаю, что высшая школа экономики с этим все хорошо и прекрасно. Мы с первого курса, по-моему, занимаемся тем, что мы работаем в командах, есть какая-то задача, мы снимаем как проект, вот вам история про управление проектами. То есть, видите, да, связь? У нас, ну, по крайней мере, когда училась я, у нас было большое количество групповой работы. Почему бы не воспринимать это как проект? И, это проект, да, и говорить о том, что у меня есть высокие там компетенции, навыки в управлении проектами, потому что там условно во всех проектных задачах я делал какой-то там, да, график Ганта и так далее. Вот, ну, круто, круто. Опыт. Почему бы не сказать? Непонятно. Системное мышление, да, огромное количество данных, у нас сейчас очень любят дейта, особенно биг, поэтому ваше системное мышление, умение разложить все по полочкам и нарисовать в своей голове какую-нибудь классную майндмэп по непонятному
на первый взгляд процессу, это здорово, да, то есть собрать большое количество информации и аккумулировать ее, представить в виде системы, представить в виде единого организма, как минимум для себя, как максимум донести это до потребителя, да, это здорово. Причем потребителям здесь могут быть как там ваши потенциальные, допустим, коллеги, ваши руководители и так далее, и так далее. Работа с людьми, естественно, сейчас, в момент, когда огромное количество людей уходит от привычной офисной истории, там, к удаленке, уходит от очных совещаний в режим совещаний Zoom, ваше умение работать с людьми очное, оно будет цениться высоко. Потому что если раньше мы все, ну, для некоторых, кто умеет делать плохо, вынуждены были работать с людьми, то сейчас есть те моменты, когда мы можем с людьми вообще в принципе не работать. Именно поэтому навык ваш коммуникативный и навык общения становится ценнее в геометрической прогрессии. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть нет необходимости, люди, которые не умеют, не работают с людьми, а люди, которые умеют, да, работать с людьми, люди, которые умеют общаться, они становятся намного ценнее, да, на рынке труда, нежели чем те, которые, ну, мне не надо, собственно, я и не буду. Потому что, несмотря на то, что есть огромное количество профессий, где общение с людьми вроде бы как не обязательно, то ключ к успеху, вот именно, да, к какому-то развитию профессиональному, карьерному, он в любом случае будет в коммуникациях, потому что неважно, чем вы занимаетесь, мы все живем в обществе, и вы все общаетесь с людьми, так или иначе. Поэтому ключ именно к успеху, он в коммуникациях. Я всегда об этом говорю и не перестану говорить, да, насколько классно вы общаетесь с людьми, насколько классно вы можете выстроить ваши коммуникации, ну, настолько быстрее к вам придет профессиональный успех, это точно. Работа в условиях неопределенности, здесь все понятно, про пандемию мы слышим на каждом шагу, мы уже, ну, я считаю, что наше, в принципе, наше общество прошло огромную... огромные видоизменения за счет этого, поэтому работа в условиях неопределенности, если вы можете адаптивно, да, подходить, да. Если у вас есть высокий быть уровень. Быть гибким, да. Человеком, который подстроится под любые ситуации, потому что как сейчас, так же не будет, да, как, ну, через год, потому что все меняется, и все меняется очень быстро, нужно это понимать и быть готовым ко всему, да, осознанно это понимать. Да, далее, значит, это межотраслевая коммуникация. Что значит межотраслевая коммуникация? То есть вы должны понимать, что вне зависимости от того, какой профессии, да, какой профессиональной историей вы занимаетесь, вы в любом случае будете иметь какие-то кроссфункциональные задачи и контактировать там, ну, возьмем довольно простой пример, с сотрудниками других подразделений. Да, сотрудниками других подразделений, вот вы занимаетесь там, допустим, не знаю, какой-то юридической историей на крупной производственной компании, да, и вам необходимо как юристу коммуницировать с производственниками. И вот это такая очень супер лайт демо-версия межотраслевой коммуникации, как она есть. Нет, демо-версия – это когда вы, допустим, ваша компания сотрудничает с другой компанией, вы из разных отраслей, и вы должны понимать, что вы каким-то образом, находясь там, допустим, 10 лет в тяжелом производстве, тяжелое производство, прошу прощения за такую формулировку, 10 лет там в каком-то, ну, не знаю, условно, в пищевой промышленности, должны коммуницировать с, допустим, автомобильным бизнесом, да, каким образом вы это будете делать, на чем вы будете делать акцент, каким образом вы будете выстраивать взаимодействие, да, это тоже очень важно. Клиентоориентированность, да, даже клиентоцентричность. Вот здесь компания Вера, мы амбассадоры клиентского сервиса в автомобильном бизнесе, потому что у нас, на мой взгляд, пожалуй, лучший, да, клиентский сервис, который предоставляется нашим клиентам. Здесь очень важно ваше понимание, что любые действия, которые вы делаете в компании, неважно, да, в какой профессиональной истории вы находитесь, либо вы экономист, либо вы юрист, у вас должна быть какая-то итоговая цель, да, вот итоговая цель компании Вера – это сделать нашего клиента счастливым.
И Анна, да, проводя собеседование, делая скрининг, делая там условный анализ рынка труда, она понимает, что конечная точка – это счастье клиента, который приходит в автосалон, видит менеджера по продажам, который понимает, да, что необходимо клиенту, делает все максимально качественно, максимально эффективно, быстро и так далее. То есть Анна понимает, какая ее роль в конечной цели, которая направлена на клиента. Да, понимаете, о чем я говорю. Здесь ну, также можно еще сказать, что есть внутренний клиент, есть внешний клиент. Да, это, то есть внешний клиент – это тот персонал, то есть те ваши, так скажем, коллеги. Да, это тоже очень важно, не только да, быть клиент-ориентированным внешне, но и, соответственно, внутренне, да, со своими коллегами, со своими знакомыми, друзьями. Да, это очень тоже важно. То есть то, что вы предоставляете, тот продукт вашей профессиональной деятельности, который вы выдаете, неважно, на какого клиента он нацелен, он должен быть качественным, да? Он должен быть для клиента. Желание отдавать, желание быть полезным миру, обществу, ну и, соответственно, вашей компании, себе, это ключевое. Ну, бережливое производство, естественно, да, если вы владеете какими-то основными прикладными вещами, там, условно, самый такой микропример, если вы понимаете, что там кипу бумаги лучше переместить в специальный контейнер, отведенный для бумаги, для макулатуры, а не просто бросить в общую мусорку, это уже хорошо. Да, что касается компании «Вера», то у нас, ну, мы экологичная компания, потому что все отходы, скажем так, производства, они все у нас подразделяются, у нас есть несколько точек отдельного сбора мусора, мы этим очень активно занимаемся и понимаем, что такими важными, но при этом предельно простыми в исполнении моментами мы делаем нашу жизнь лучше, наш мир лучше, и воздух чище, детей счастливее, и всех остальных тоже. Не знаю, почему решила сказать про детей, наверное, потому что бережливое производство максимально влияет на наше с вами будущее. Да? И если вы владеете какими-то, да, элементарными привычками, навыками, то это здорово. Это если мы говорим о вот таких микродомоверсиях, если мы говорим о каких-то глобальных моментах, то это уже немного другая история. Мы же сейчас о том, как попасть в компанию мечты, если у тебя нет опыта. Вот расскажите о том, что вы заботитесь об экологии, и каким образом вы это делаете. Это будет здорово. Ну и кандидат будущего. Вот это прям супер такая классная история, потому что, обратите внимание, первоначально, когда я, в принципе, задумывалась, да, о том, а кто же такой кандидат будущего, мы совместно с Анной, я говорю, а как так? Вот креатив и система в одном целом, это вообще возможно? Ну, то есть это вообще реально? Как это выглядит? Как это выглядит на практике? А оказывается, возможно, да? То есть работодатель что хочет видеть? Он хочет видеть ваши индивидуальные креативные подходы к решению каких-то задач и при этом системное мышление. Понимаете, да? Что, то есть тут история, которая была условно на рынке труда 10-15 лет назад, 5 вполне вероятно, когда у нас кандидаты условно подразделялись. Вот это креатор, поэтому от него экселевских табличек мы не ждем, да? Или, допустим, вот это, наоборот, системнее, поэтому от него каких-то идей не дождешься, вот он просто сидит и делает свою системную работу. Нет, кандидат будущего должен совмещать в себе эти навыки. Ну, мир меняется, мы меняемся, мотивация меняется, и, соответственно, требования работодателя тоже меняются. Гибкость – это то, о чем мы говорили, да, ваше умение адаптироваться. Ставиться на определенных ситуациях. Да, и сейчас, вот, допустим, когда мы говорим об обучении и развитии персонала, мы прекрасно понимаем, что сотрудник сегодняшнего дня, да, сотрудник, там, условно, будущего 22-го года, это тот сотрудник, который максимально мобилен в горизонтальном плане. Допустим, вот он выполняет сегодня, ну, занимает должность, условно, экономиста, через какое-то время он может, да, и хочет
пройти определенное обучение, да, получить другие навыки и совместить, там, допустим, со своей основной работой еще какие-то другие функции, либо немножечко поменять свои функции. То есть это должно быть гибко. Вы должны понимать, что обучаемость здесь – это очень важно, это ключевой момент, потому что вы должны быть… Я думаю, что через какое-то время, ну, это так чисто загадки, у нас будут в тренде универсальные сотрудники, да, казалось бы, если раньше максимальный упор шел на узких глубинных специалистов, то сейчас тренды немного меняются, и мы говорим о том, что наш сотрудник, он должен обладать какими-то универсальными навыками личностными, чтобы харды потом наращивать сверху. Вот. Еще раз, я очень прошу, чтобы вы понимали, что мощная теоретическая база, она в любом случае тоже важна, да, это ваш бэкграунд, это ваш фундамент. Просто суть в том, что на фундамент нужно что-то строить постоянно, да, чтобы вырастать профессиональная личность. А если мы получили какой-то, да, мощный фундамент в виде диплома высшей школы экономики, а дальше мы ничего не делаем, ничему не учимся и никак не развиваемся, просто потому что, ну, у нас же есть диплом вышки, зачем нам делать что-то еще? Так не будет работать, ну, как бы в режиме сегодняшнего дня так работать не будет точно. Поэтому четко понимаете уже сейчас, что учиться нужно всегда, учиться нужно постоянно, вне зависимости от мощности вашего фундамента. Это важно. Ну и решение проблем. Мне очень не нравится слово «проблемы», но от английского «problem solving», да, работодатель нанимает человека для того, чтобы он решал проблемы. Ну вот серьезно, если есть функция, и эта функция не требует решения каких-то проблем, именно, да, проблем, ну, задач не сюда немножечко. У вас должны быть навыки problem solving. Это очень важно, потому что если бы в этой функции не было бы проблем, то эта функция была бы автоматизирована. А соответственно, зачем там человек, если мы можем настроить все так, чтобы без человека будет работать, да? Поэтому ваше problem solving, ваше умение принятия решений в каких-то таких ситуациях, да, выхода из ситуации. Это то, где, допустим, вот пока на сегодняшний день я не понимаю, каким образом с решением именно проблем может, ну, справиться условно исключительно машина, да. Поэтому нужно ценить те моменты, которые может выполнить только человек. А problem solving – это исключительно человеческое качество, ну, на мой взгляд, да. Друзья, ну что, я готова ответить на все ваши вопросы. Мы с Анной вместе готовы ответить на ваши вопросы. А пока... ой, прошу прощения, что происходит? Я что-то не нажала. Вот. Вы можете подписаться на наши социальные сети. Вот в центре это наша группа ВКонтакте. Слева, получается, это Инстаграм Вера Пермь, справа мой Инстаграм. Можете подписаться, я буду рада. Кстати говоря, помните, мы вам сказали, кому необходимо еще раз, да, изучить, почитать, как же составить резюме, а кроме того, получить экспертную оценку, да, вот от Анны Мечковой, допустим, вы можете подписаться на мой Инстаграм, там найти Инстаграм Анны Мечковой и написать Анне Мечковой в директ и скинуть ваше резюме, и Анна вынесет свою экспертную оценку на ваше резюме. Здорово? Мне кажется, здорово. Вот. А для того, чтобы увидеть и прочитать, да, все, что сегодня, о чем мы с вами говорили, вы можете написать мне в Инстаграме в директ, мы вам скинем лонгрид нашего сегодняшнего выступления, чтобы вы еще раз прочитали, возможно, где-то сохранили потом, перед тем, как пойти на, соответственно, работу в компанию мечты, вспомнили, ага, нам вот говорили об этом. Так, помню, вы у нас в прошлом году проводили резюме. Да, 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 да. А мы помним вашу аватарку, Кирилл, кстати говоря. Вот. Поэтому, если вдруг у вас поменялось резюме, вы можете написать вот в Инстаграме, вот навести на QR-код, подписаться и отправить туда резюме, если вы хотите еще раз услышать экспертную оценку, мы с удовольствием ее выполним, потому что, ну, обратная связь – это важно. Мы будем знать, что все, что вы сегодня слышали, было для вас полезно,
и было для вас интересно. Вот. Еще вопросы? Есть ли у вас, коллеги, вопросы? Есть ли у вас какие-то комментарии, возможно? Вот кто-то хочет попасть в наш зал. Ладно, окей, я думаю, что эти вопросы вы зададите, возможно, нам в наших социальных сетях. Поэтому мы сегодня с вами прощаемся. Спасибо вам большое, что пришли. Компания «Вера» было очень интересно. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Мы отправляем тебе лайки через экран. Было очень приятно, что вы сегодня были с нами. Было приятно, что вы провели эти потрясающие минуты в Зуме совместно с компанией «Вера». Мы рады видеть вас на практике, мы рады видеть вас в качестве будущих кандидатов. Пожалуйста, приходите, пишите, звоните, приходите к нам на практику, подписывайтесь на наши социальные сети, а самое главное, развивайтесь, учитесь и знайте, что Высшая школа экономики – это здорово, любой работодатель будет рад такому замечательному кандидату. Все, всего вам хорошего, всего доброго, мы заканчиваем. Пока-пока.